Так. Есть. Так как наш фильм малобюджетный, ага, то ты это сильно близко держишь, ближе к себе. Вот, так малобюджет, ничего. Малобюджетный, поэтому свои... Ну, я не слышу оконцовку. Дядя Юра в лифте. Так как фильм малобюджетный, поэтому вы будете играть сами себя. Ну да, в принципе, толку, что я кривля... буду играть дядю Юру. А я буду играть Татьяну Криворусскую. Ты будешь играть Таню Криворусскую. Ваня будет играть Ваня Сочинский. Рома будет Рома Кемеровский. Он Кемеровский, кстати. Он с Кемеровым, не знаешь? Я не знаю. Блин, а что ты, Аня? Ты не помнишь? Нет. Блин, а как она есть? Я не помню. Деревня? Ну, не поехали. С трудом, конечно, но поехали. Поехали. Теперь еще. Впереди держишь. Облокоти к себе чуть-чуть. Прямо вот так, чтобы даже не видно было, что мы с ним. А? Где еще такой? Да, круто? Да. У нас первый этаж будет. Этаж будет этот вот. Ага, но это дорогой, да. Получится музей. Это получится супер дорогой музей, да? Суперовый вообще. Не, если сделать его полностью после музея вредных привычек. Это сколько надо времени? Так это прикиньте, какая бомба будет, да, такой музей? Вообще, хлам. А говорю, вообще, да, именно. Там будет отдел. Вина, тут вот, ну, алкоголь. Первый этаж полностью алкоголь. Да. Второй этаж табак. Третий этаж. Ты представляешь? А на крыше будет висеть бутылек с раствором именно. Пахнет нам все это, заманивать людей, чтобы понимали вообще, куда попали. Да, тогда тут людей будет чуть побольше, наверное, да? Да тут очередь будет стоять, дядя Юр. Хоть 100 баксов. Да. И что вы думаете, будут платить? А мы будем им выносить мозг, что это плохое дело. Опа, поймала. Поймала? Лучшего журналиста города Николаева поймала. Татьяна Криворусская. Сделать этого всего здания музея вредных привычек. Но надо присоединиться. Вообще бомба. Надо присоединиться. Сколько же это стоило? А? Не знаю. Я думаю, это была бы бомба. Конечно. Так, ну ты что-то спрашивай тогда, если снимаешь, что-то спрашивай. А когда у вас вот это появилось в голове создать? Вот такой музей? Проект, вообще проект вот этот, борьба с наркотиками. Не, ну когда я понял, что у меня в семье проблемы. А вы сам были в этой проблеме? Нет, нет. Счастье, нет. Вы просто ради... Ну, пьяницы, культурные пьяницы, как все журналисты. Нет, именно наркотические. А что, алкоголь это не наркотик? Нет, именно вот это, что инъекции. Внутривенные. Бог миловал. Только потому, что крови боялся. Ага. Очень, я вот не сделал это. Ты мне в детстве мечтал об этом. Доктором, да. Не, а я крови боялся, я в детстве мечтал быть космонавтом. Ага.
в детстве мечтал быть космонавтом, поэтому... Хотя тогда, конечно, у нас это было очень дохрена и очень модно было. И реально вот таких вот наркоманов, которые кололись, было гораздо больше, чем сегодня. Они были на виду как-то. Их было много, они были на виду. Но тогда не было этой аптечной наркомании. Этой страшной наркомании, которая сегодня косит вообще корову. Тогда этой наркомании не было. Тогда не было наркомании, игровой наркомании. Пивной наркомании не было. Пиво-то было. Пивной зависимости не было. Поэтому сегодня ситуация, конечно, на порядке страшнее. Просто на порядке страшнее. И оно так потихонечку. Вот видишь, вот это. Меня не спрашивают, что это такое. А, вот все, стекло. Да, а что это, в вас камни кидали или что? Да, это меня, сыночек меня кидал. По-моему, молоток. Чтобы не соврать, когда ему перестал давать деньги. Ой. Ты сама деньги находила или мама давала? Сама. А с дома тащила до хрена, продала? До хрена. До хрена, да? Да. Ну и мама каждый раз что тебе говорит. Ну что? Ну я последняя сволочь. Вот я. Так, ну что она может говорить? Ну, кричит, злится, но... Танк сними. Наш танк. Дайте. Ну да. Но это было бесполезно, да? Конечно. Конечно, бесполезно, но толку. Я как бы мозгами понимаю, но сделать-то, в принципе, ничего не могу. Это как заложить. Ну, вы знаете, мне не настолько харило от ширки, дядь Юра, сколько у меня кипел котелок от винтиновой вот этой вот движухи. Яблочной вот этой вот галиматьи. Это все. Там оно ж получается от этого. Это ж психотропник. Оно ж не физическая, а психическая зависимость. Ну, конечно, вот от винта так морочишь, нет? Нету. А тянет именно все. Если присел, ты не можешь отказаться никак вообще. У тебя оно в подсознании постоянно. Тебе везде пахнет это. Страшная вещь. С винта спрыгнуть еще. Так, все, давай, вот видишь, перебиваем друг друга. Помнишь, мы говорили? Говорить больше. Все, да, все, хватит. Только для фильма сюда пиши. Все, хватит говорить. Значит, только сейчас мы говорим о том, как нам донести, спасти город Николаев. Конкретно говорим, город Николаев от детского пьянства и детской наркомании. Я тебе скажу, где-то около 2000 человек мне вот эту штуку сказали в Николаеве, что такая проблема существует на уровне там губернатора и бомжей. Все, я уже даже не буду спрашивать, существует такая проблема или не существует. Сейчас мы должны спрашивать только то, а то я так бесконечно буду всех спрашивать. Не, вы знаете, дядь Юр, что а делать? Вот можно как-то на телевидении запустить ролик такой маленький, коротенький. Будем запускать и коротенький. Но именно со смыслом. Ну такой, вы знаете, не коротенький, не каждый досмотрит. Это такой коротенький, чтобы, знаете, люди поначалу, они же как только начинается реклама, они сразу бах. И переключать, правильно? Будем. Надо такой кусочечек. Я передачу хочу вести. Мы будем вести передачу с тобой. Не коротенькую, а... Передача – это передача. Я вам говорю, за ролик такой. Лепинить именно на какой-то канал такой маленький роличек. Ну, надо сделать. Ну, да, надо. Сценарий придумать этого ролика. Такой вот, чтобы коротенький, но чтобы потом у людей было желание посмотреть эту передачу. Что там должно быть в этом ролике? Ну это надо подумать. Не должна ты сказать. Я вот 18 лет. Да нет, это надо поснимать. Понимаешь? Там бомжей вот это, там всякие-то. У вас же тут куча наркоманских точек. Именно там здесь. Ну что, нету куча, у вас... Куча, вот ну... так. Ну, именно вот такой кусочки, тик-тик-тик, поподлавливать и все. Да, а что, мы туда, мы не туда. Как не туда?
Они ниже? А я тут съезжаю. А. Будет, будет. Вот этих бомжей именно там, алкоголь, вот это все где-то возле мусорника, это именно чтобы были и Николаевские там в таких местах, чтобы люди знали, что это точно город Николаев. Там какие-то там площади знаменитые, есть же тут бомжей же швалом. Валом? Конечно, даже вот так найти себе жертву какую-то и денек там за ним, тик-тик-тик, там пивнул, там попитил, там покакал и все. И знаменитый на весь Николаев, и ролик готов. Правильно? Да, ты знаешь, ведущими на музее должны быть вот эти бомжи. Сто пудов. Сто пудов. Ну, вы поймите, дядь Юра, что бомжи, они два слова до кучи не свяжут. Он не донесет абсолютно ничего и никому. Или он мычит, как корова будет мычать, понимаете, пьяный. Или он будет ждать, пока там ему кто-то кинет на лапу какую-то копейку и будет быстрее бы убежать, чтобы именно нам валить того бурлятины, той джинсовые носы, одним словом. Ну, понимаете? Ну, однозначно, я это уже повторяю пятый раз, однозначно не ты должна нести. Я, можно будет, по-любому же, в центр будут приезжать какие-то новые. В центр еще будут приезжать родители. Вы не поняли. Каждое дитё должно взять с собой визитку и принести домой две. Вот, одну, вот такой какой-то дядька. Одну визитку отдать маме, вторую визитку отдать папе, а может третью бабушке, дедушке. А четвертую соседу занести. Четвертую соседу занести. Выходим? Преображение снимай. Все, вырубай. Сейчас. Вырубай. Та-дам! Я у твоих ног.